Добрый день, с вами Иисусов Алексей, и это ваш личный эксперт в электронике Pult.ru. Сегодня мы рассмотрим генераторы эффектов, и к концу ролика вы будете знать, что это такое, чем они отличаются и какой нужно приобрести вам лично. До нас вы знали, а теперь узнаете. На самом деле, тип оборудования генератор эффектов – одна из самых интереснейших тем, потому что это всегда помощник праздника. И сейчас мы разберемся, чем же они отличаются. Прежде всего, нужно решить, какой тип эффекта вы хотите получить. Самый популярный – это генератор дыма. Это машина, которая может напустить дыма мощного и плотного как в помещении, так и в чистом поле. Обычно этот эффект используется для придания таинственной или жуткой обстановке, либо скрыть оборудование, либо скрыть появление артиста. Следующий тип – это генератор тумана. Вроде бы схожий эффект, но используется совсем для других целей. Туман является собой некую дымку, которая образует поле для работы светового оборудования – прожекторы, лазеры, софиты и так далее. Генератор мыльных пузырей. Здесь объяснять, я думаю, ничего не нужно. Это много мыльных пузырей. Следующий – это генератор снега. Это машина, которая запускает много мелких холодных снежинок в радиусе 8-10 метров. Это очень эффектно и приятно в теплое время года. И еще один тип – это генератор конфетти. По сути, это большая хлопушка, которая распыляет конфетти в радиусе и в высоту порядка 8-10 метров. И выглядит это очень торжественно. Второй фактор при выборе – это управление генератором эффектов. Самый простой – это кнопка на корпусе. И если вам нужно единично запустить этот эффект, можно подойти и сделать это легко и просто. Второй способ – это пульт управления, как у любого телевизора. То есть позволяет на расстоянии запустить, остановить или еще раз запустить эффект от вашего генератора. И третий способ управления – по профессиональной шине DMX. Этот протокол позволяет объединить несколько генераторов в целую систему эффектов. И третий фактор – это наполнители для генератора. Они бывают на водной основе, что позволяет им быстро рассеяться потом, либо на глицерине, что придает эффекту более плотную консистенцию и возможность дольше продержаться на сцене. Стоимость тех или иных моделей напрямую зависит от задач, которые вы с помощью него решаете. Самый простой аппарат, который доставит удовольствие в день рождения или локально поможет при мероприятии, стоит от 2 до 20 тысяч рублей. Генератор же с повышенной производительностью и удобным управлением будет стоить от 23 до 85 тысяч рублей. Оборудование, которое позволит вам долго и профессионально работать на ваших мероприятиях, будет стоить от 83 до 187 тысяч рублей. Подытожим. Первое. Выберите тип эффектов, который вам необходим для вашего мероприятия. Второе. Выберите тип управления вашим генератором эффектов. И третье. Выберите тип наполнителя для вашего генератора эффектов в зависимости от ваших задач. Спасибо за внимание. С вами был Сусов Алексей и ваш личный эксперт в электронике Pult.ru. Увидимся!